В середине лета начались работы по возведению нового здания, где впоследствии расположится подстанция скорой помощи общей площадью почти 2000 квадратных метров. Уже сейчас видны очертания сооружения. В ходе реализации народной программы в рамках проекта «Партийный десант» проинспектировать ход строительства приехали представители местного отделения «Единой России». За этим объектом я слежу достаточно пристально. Темпы, честно говоря, ударные. То есть они рассчитывают закончить хотя бы основную часть до конца года, и я думаю, что они определенно точно добьются этих результатов. Представители партии «Единая Россия» пристально следят за ходом работ не случайно. Возведение подстанции – это реализация просьб и обращений местных жителей. Проект воплощается в жизнь в рамках государственной программы Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Стройка действительно идет ударными темпами. Как сообщил представитель подрядчика, работа ведется круглые сутки. Сейчас на объекте трудятся 100 человек и 6 единиц строительной техники. В настоящий момент внутри помещения ведутся работы по прокладке различных коммуникаций. Совсем скоро начнутся отделочные работы. Здесь расположатся административные и хозяйственные помещения, кабинеты медицинских бригад, комнаты отдыха для водителей, столовая. На территории предусмотрены гараж, стоянка и технические площадки для обслуживания машин скорой помощи. Все очень быстро, качественно, красиво. Мы сегодня и в здание имели возможность зайти. Дорогие друзья, ждем. И я думаю, что эта радостная новость будет подарок к Новому году всем, кто живет в нашем Ленинском городском округе. Судя по темпам строительства, у сотрудников Видновской скорой помощи есть все шансы исправить новоселье в озвученные сроки. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.